Газета номер 6 за 16 год. Содержание номера. Вот, интересно, видите, статья «Молитва меняет кровь». Мицеллярная вода. Это как раз у нас лето. И вот вы можете познакомиться, почему меняется от молитвы кровь. В какую сторону она меняется? Вообще, я уже раньше рассказывал, что любые слова – это не просто вибрации, это не просто какой-то звуковой, даже информационно-энергетическое воздействие. Это любой звук – это связь с той или иной космической силой. И в зависимости от того, что вы произносите, как вы произносите, с каким посылом, это все приходит к вам, отражается на вашем организме и благосостоянии. То есть от этого меняется и здоровье, от этого меняется судьба, от этого, знаете, меняется ваше благосостояние. То есть со словом очень важно работать для того, чтобы, добиться того, что вы хотите. Это, верная сфера работы, которая приносит свои плоды. А просто так, крыть матюками, знаете, не следить за своими словами, что-то там такое, потом человек удивляется, а что тут произошло и почему-то так произошло, не связывая это с тем, что он сам тут вокруг себя, какую ауру из словесных замесов сделал. Мицеллярная вода или все новое, хорошо забытое, старое. Значит, тут они разбирают мицеллярная вода, Ну вот, и я решил в это дело углубиться, хотя до этого знал, что мицеллы, уменьшительно от латинского, частица, крупинка, то есть это частица в коллоидной системе, состоящая из нерастворимого в данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизирующей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя. То есть если это в воде, вот смотрите, если в воде, то получается, будем говорить, вот она эта сама, значит, мицелла, вокруг нее существует, значит, вот оболочка из этих всех там, этих ионов. Далее она связана, здесь образуется уже заряд, они, значит, образуют определенную, видите, структуру пространственную, и эта структура начинает действовать. Так вот, в нашей, значит, что такое вот основные виды коллоидных систем? Это дым, туман, аэрозоль, пена, эмульсия, золь, гель и так далее. И в том числе и моча, это также мицеллярная структура. Не знаю, что тут они придумали. Тут мука полисахарида, от латинского слизь или полисахариды. Ну, почитайте все это. То есть вот мицеллярной водой, значит, умывается, она там помогает, она там тара-та-та-та. Да, если вы используете урин, она действует еще лучше и умягчает вашу кожу, и лучше смывает, и многие-многие другие вещи. Так, и вот я тут, значит, рассказываю о Владимире Зелени. Очень широко, значит, в 2015 году. В 2015 году праздновался его юбилей 100 лет. Значит, он родился 10 февраля 2015 года. Человек сохранил творческую активность. Естественно, благодаря фильмам «Доярка и пастух» его широко узнала вся страна. Красавец! Прекрасно сгармонизированы все эти жизненные принципы, которые дали крепость. Плюс
творческая там направленность, свое дело, значит, у него сделала. Вот. И дала ему такую вот большую, яркую, интересную жизнь. Но вот что бы я хотел отметить в связи с этим. По-моему, на 102-м году, на 102-м году его решили обследовать в больнице. Вот, надо исследовать этот феномен. Ага, он пошел в больницу, споткнулся, упал, сломал шейку бедра и буквально там через несколько месяцев умер. Ну, не надо было в эту больницу вообще идти. Ну, понимаете, вот когда человек сторонится всех этих больниц, он, как бы сказать, совсем иную имеет окружающую вокруг себя ауру, которая приносит к нему здоровье, нахождение в самой этой больнице, само это слово больница и так далее. А там совсем иная атмосфера, знаете, ну, болезни. И вот так вот его подкосили. А так бы он еще жил бы и работал. То есть просто-напросто из-за, не знаю, вот поддался на уговоры, что надо обследоваться или еще что-то там такое. Ну, короче, там и умер. И, как говорится, а что современная медицина? А современная медицина ни при чем. Понимаете? Ни при чем. То есть вот сам он поддерживал, и все это было. А вот тут случилось, и, как бы сказать, если вы, медики, можете помочь, а что ж вы не помогли? Все. Понимаете? Ну, не работает медицина так, как нам мы думаем. Это совсем иное. Вот, я не зря прочитал в начале, что медицина – это служанка у природы. Природа лечит, природа. Если вы к природе обращаетесь, значит, все это будет. Ну вот, как раз, смотрите. 5 августа 2015 года Владимир Зинин сломал шейку бедра во время обследования в научном центре имени Бакулева. Травма осталась следствием того, что актер оступился и упал. Диагностика выявила перелом шейки бедра. В настоящее время чувствует все хорошо, потихоньку уходит. Ну, потихоньку уходит. Сейчас 16-й год прошел, его уже нету. Нету. А сейчас уже 17-й год. В 16-м году все. Вот она и хваленая медицина, и в том числе вот этот центр. Имени Бакулева, вот, ой, что-то такое невероятное, которое на поверку оказалось, что ничего не может сделать. Ну, по крайней мере, с Зельдиным. Вот он как раз молодой какой. Вот за внешней красотой, гармонией тонких тел и развитость души. Нам пишут познавательно практически, как раз вот теперь разбираю месяц июнь, что как. Интересные все эти такие вещи. Лично для меня очень интересно. Но я как-то люблю знания, поэтому я с удовольствием этим делом занимаюсь. Так, активирование воды. Вот, как воду активировать? Кстати, я целый фильм снял о том, как работать с водой. Но он почему-то оказался незатребованный. И лежит, не знаю, выложу, не выложу в открытый доступ в интернет. Ну, пока там ничего нету. А тут просто статья о том, что человек, как ее делать. Так как у нас лето, народ идет на дачи, дачные чистки по Евгению Шадилову. Очищение от пестицидов, радионуклеотидов и тяжелых металлов. Конечно,
Я согласен, столько этих пестицидов уже на поля вывалили, что все это в наших организмах. Радионуклеотиды, я не знаю, как они, почему они в пище оказываются. Тяжелые металлы тоже не знаю. То есть, если у нас оказываются радионуклеотиды и тяжелые металлы в пище, это говорит о том, что не соблюдается технологическая цепочка производства продуктов питания. То есть, а за этим в первую очередь должен следить, естественно, государство, а не какие-то там частные штучки-хрючки.